есть самый базовый трюк. Так. Называется Олли, вот как я уже сказал. Олли. Да? Это прыжок на скейте. То есть он состоит из двух частей. Так. Смотри, это щелчок. Можешь считать это первым уроком вашим индивидуальным. Согласна. Но потом оплатите. Потом рассчитаетесь. То есть вот смотри, щелчок идет. Щелчок. Как только скейт начинает подниматься в воздух, вот так, идет вытяжка. И вот скейтер в воздухе. То есть показываю, как это на практике выглядит. Вот я присаживаюсь. И вот в воздухе оказываюсь. В смысле? А ну еще раз. Ничего себе.